Ребята, мы открыли легендарный танк. Сейчас посмотрим. О, Скорпион. Открыт новый танк Скорпион. Ребята, мы открыли. Какой прикольненький танк. Мы на нем обязательно сыграем. Давайте обязательно сыграем на новом танке. Значит, возьмем приключения. И давайте откроем, возьмем вот этот наш новый танк. Прозрачный есть, золотой есть и темный. Давайте сначала, ребята, на золотом покатаемся. На золотом танке. Так, все, едем, поехали. Так, а ну-ка, вот они танки. На, получи. Нафига, смотри, как мы можем легко их уничтожать. Смотри, с одного удара. Сейчас посмотрим, куда дойдем. Так, вот еще какой-то танк. На, получи. На. Так, едет у нас босс. Удар грома. Смотрите. Они сделали анимацию облаков. Анимации облаков не было. С двух ударов. Босс повержен, ребята. Интересно. Давайте зайдем туда. Классический. Осада среди лета. Давай попробуем зимнюю войну. Мне прям очень интересно посмотреть. Они поменяли фоны. Смотри. Фон поменяли. Натуре, смотри. Сделать так немножко более мультяшно, я так понимаю. Более мультяшно сделали. Интересно. Интересно. Как вам, ребят, нравится? С таким обновлением или старое прежнее? Kills of Steel. Какой больше нравится? Такой или такой? Так, ну а мы танком, я смотрю, просто уничтожаем всех и все. Своим скорпионом. Так, ну здесь... Так, а вот едет уже. Едет босс. Давайте с боссом встретимся. На, получай, босяра. Фига, это прожигает даже какой-то... Какая-то кислота получается. И она танки прожигает. Смотри. Да. Попал в танк. Если кислота попадает в танк, то все. Она его прожигает. Фига. Ладно, сейчас попробуем пройти максимально больше. Мне интересно, что будет здесь. Ну смотри, карта как сзади, да, картина, она стала быстрее проходить. Они более панорамнее сделали. Мне интересно. На все панно его посмотреть. Так, ну достаточно такой яд очень мощный. У танка. Так, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, мне не страшно, просто я не хочу терять энергию жизненную на вот этих всех дурачках. Так, давай мы его щелкнем. На, получи. Тоже встал, там стоит. Мешает. Тихо-тихо-тихо. Да ё-моё, сколько вас там уже? Так, будем яйцами вот этими бросаться. Чтоб наверняка кто-нибудь подъехал и тут начал травиться. Опа! Получается, карта, она повторяется постоянно. Этот же домик. Они ничего интересного не придумали, как повторение сделать карты. Да, карта просто будет зациклена. Ну вот как-то неинтересно. Могли что-нибудь сделать, какую-нибудь карту другую. Так, вот у нас едет чувак. А, сейчас взорвется. Давай, взрывайся. А, нет, он не взорвался. Смотри, классно так
на заставку делать картинки, да? Вот так вот, смотри. Так, давай-давай, езжай, едь сюда. Удар грома и скорпион. Два супертанка. О! Давай. На, получи. Ударчик. Подарочек, подарочек, подарочек. Так, а что, ремкомплект мы использовали, и вроде бы особо танк не улучшил. Нет, не отремонтировался, ладно. Никого нету, смотри. А, нет, вот едет первый танк. На, получи. Отравляшку. На. Так, кто там еще? Вон, смотри, этот перевернулся, начал стрелять Катюшей, да, своей? На. Идем дальше. Смотри, вот это яд вообще. Кислота нормальная. Уничтожает. Танки. Готов один. И второй. Все, едем дальше. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Тихо-тихо. Сейчас мы их покидаем. Пошли дальше. Такой вот скорпион, который всех уничтожает. Вообще, вот это танк. Ему не страшны вот эти танки. На. Есть. Ух ты, нифига он взлетел. Как он подлетает, а? Так, давай здесь постоим немножко, постреляем. Хотя немножко так сделаем. Нет. О, смотри, сколько маленьких здесь. Ё-моё. Сейчас я их вас отщёлкаю. Готово. О, идите сюда, ребятки. Да. Где же там босс уже? Скоро будет или нет? Интересно. Ну, танков очень много. Вот этот особенно мне достал. На, получи. А сейчас к этому подойду и его щелкну. О, ой, нифига! Уничтожили мой танк. Так, давайте починим. Все, починили танк. И мы можем дальше отправляться. Так, ну не на не максимально, конечно, танк починили наш. Но все равно. Все равно тоже хорошо. На. Получай. Прям танк вообще офигенский. Так, кто там у нас? Легион. Да. Давай, едь сюда, легиончик. Получай, получай. А, все. Легион, бедолашка, взорвался. Ну, бывает. Бывает. Так, а мы отправляемся дальше. Мочить всех вот этих танчиков. Танчики эти все. Да. Наполнение жидкости быстрое. Что это за жидкость, как вы думаете? Как ты считаешь, это кислота, наверное, да? Я думаю, типа кислоты что-то налито было. Так, сейчас мы здесь... О, сколько прям толпа какая-то. Сейчас мы вот кислотой уничтожим. Хватает одного выстрела, чтобы танк кислотой взорвался. Так, опять меня убили. Конец игры. Ладно. Они мне не дают возможность остановиться. А что у нас здесь есть? Атака, схватка с боссом. Ребята, давайте с этим танком сделаем схватку с боссом. Будет очень-очень интересно.
Но это мы сделаем, ребята, в следующей серии. А на этом мы будем заканчивать. А, дорогие друзья, также передавайте приветы. Я хотел бы передать привет Елизавете, Андрею, Елене, Оксане и Эльзе. Я вам передаю, ребят, большущий-большущий привет. Вот. Ну, а если ты хочешь, чтобы я передал тебе привет, подписывайся на канал, пиши, передай привет под этим роликом, комментарий. Ну и, конечно же, поставь лайк. Ну, а я с вами, ребята, прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.